Нас будет очень ближе к первой начала сезона. Мы там играли, где Карихо делали такие силы. Преимущество было на нашей стороне, начало с игры. Вчера видел игры, я сегодня просто уже в такой погоде очень трудно играть, и там потерялось темпо игры, что меня мешало, что и движение, и темпо игры не было то, что я бы представлял. Конечно, это может быть половина запаха, мне не хватало у моей команды острости. Да, Петя, трех игроков, которые не попали в игру. Карапетян, Лоренцян и Не попали, просто не было. Читаю этот персональный же слабый игры, а то, что с ним сказали, я этот читаю за дилетантский вопрос. Значит, я не предпочел, что же была криза, что там некоторые играли, которые слабше играли, надо сказать, за это не конкретный, но я могу сказать, что отлично сыграли Геворно Ранян, а вторая Арега Затян, который вышел до игры, первый это Валтер. Жал, сами большой партии, что лицо команды этот сегодня, надо сказать, был Румяном Сергеем. Это для меня самый большой потерь. Как бы я думаю, Румян сегодня играл, мог играть. И с Шахназаряном Арманом наша игра была минимально 50% лучше. Выгладила и без меня показали лучше. А Румян почему? Он приносил за четвертый желтый штраф с прошлой сезоны. Да, говорили, нет. Мы проиграли на федерации. Значит, было нам сказано, читается штраф в сезоне. Так как Шахназаряном сказали нам то, что я не хотел рисковать то, что как-то не было 100% проверено, и сказали информацию с федерации, что не может. То значит, я не хотел рисковать, не было конкуренции. Но я, для меня самый большой потерь был, то было его особо или его персона, потому что сегодня у нас Румян, как и Румянов, все пьяно уровень сборной, не то второй игрок, к сожалению, говорится, не было 20% своих возможностей. Могло быть то, что могли сме играть быстрейше. Как сме играли быстрейше, боли сме опасны, мы создали моменты, але говорю, на мой вкус сме играли очень медленный футбол сегодня. За это мой соперник с нами урвать хорошие результаты. Конечно, могу сказать, что вратарь очень хорошо сыгрался в играх. Это ясно, что для меня он первый вратарь молодежной сборной. Арсен показал сегодня. Забивал.
фаули, а второй тайме были две фаули, а то они не напоминало. Але не хочу говорить о судьях, потому что они тоже могут ошибиться. Конечно, не был очень доволен, но я и этого судья считаю за один из самых лучших судей в Арменске, что качество его качества, кажется, ясно, были моменты, которые я не был доволен, но это всегда есть ошибка. Судья не сделал никакую грубую ошибку, чтобы его приняли. Может быть, первый тайм, где вратарь касался Пилеева, как бы пробивал спину, я толкнул, но это не считаю за ошибку судьи.